Уже в третий раз прокуратура Дзержинского района проводит спартакиаду, в которой участвуют воспитанники детских домов. Спортивный праздник приурочен ко Всемирному дню защиты детей. В этом году на стадионе «Уралвагонзавода» соревновались более сотни мальчишек и девчонок. В этом году у нас принимают участие 5 детских домов. Один детский дом с Нижней Салды, один с Южакова, 3 детских дома из города Нижний Тагил. Это второй Тагилстроевский. У нас в комплекс мероприятий входит это первенство по стритболу, по футболу, перетягивание каната, легкоатлетические дисциплины, это бег, эстафета, прыжки в длину. Также проходит будет конкурс для групп поддержки. Вовлеченность ребят из детских домов в подобные спортивные мероприятия может благотворно отразиться на их будущем, считают в Дзержинской прокуратуре. Цель этого мероприятия, организованного прокуратурой района, определенная профилактическая работа, которая в отношении детей с сложной судьбой имеет большое значение, потому что им очень сложно социализироваться после выпуска. А спорт прививает, как известно, самые лучшие качества и помогает в дальнейшей жизни им добиваться успехов. Результаты спартакиады будут подводиться отдельно по каждому виду спортивного соревнования. По совокупности набранных баллов определится самый сильный детский дом. Ребята получат кубки, медали и отличные подарки от предпринимателей города.